Есть в Финляндии старая поговорка, что для финна уха, то для русского чешуя до кости. Придумали это выражение, как говорят, еще пару столетий назад, в те времена, когда русская армия вторглась в страну Суоми. Говорят, что местные жители русских недолюбливали, однако кормить все же были вынуждены. Солдатам предлагали уху или на местном наречии «каллакейта». Большинство русских солдат этот суп тогда либо не нравился, либо вовсе казался несъедобным. Скорее всего, иноземцам подавали уху из рыбы не первой свежести. Сегодня финские рыболовы, если вспоминают о тех временах, то только в школе, на уроках истории. Да и финская уха по праву славится далеко за пределами Суоми. И российские рыболовы ездят в Финляндию круглый год. В стране Суоми их ждет охота. Да-да, настоящая охота на изворотливую и в то же время столь любимую рыболовами здешних мест добычу. Радужную форель, а именно за ней приехала русско-финская компания, тут уважительно называют подводной гражданкой Финляндии. При этом отмечают, что гражданка эта особо весьма скользкая и просто так в руки не дается. Компания разделилась, и нашему оператору ничего не оставалось, как выбирать, за кем отправиться сначала. Выбор пал на местного рыболова. Уж он-то, как знаток родных рек и озер, должен быстрее всех найти рыбное место. Да и ловить он собирался, в отличие от россиян, не спиннингом, а нахлыстом, что, как известно, красиво и всегда клево. Финны уверены, что ловить финскую форель нужно исключительно нахлыстом. А многие финские поклонники шнура и мушки принципиально не берут в руки спиннинг. Объективности ради стоит заметить, что в Финляндии нахлыст все же не так популярен, как в Америке, где им ловят почти 2 миллиона человек. Тем не менее, в стране Суоми даже не самый опытный рыболов, скорее всего, умеет обращаться со шнуром и мушкой. Вернее, мушками. У рыболова, увлекающегося нахлыстом, мушек должно быть изрядное количество. Даже на обычную рыбалку перед собственным домом финский нахлыстовик не выходит без нескольких десятков искусственных личинок, мух, мальков и прочих водных и надводных обитателей. Однако начало у финского коллеги как-то не заладилось, и он решил подняться повыше по течению реки. Там, у порогов, поток гораздо более бурный. Рыба поднимается к самой поверхности воды, ее проще соблазнить плывущей по реке сухой мушкой. Нахлыст финны ценят в первую очередь за красоту и элегантность. Когда рыбы много, для рыболова на первый план выходит не вес улова, а эстетика самого процесса. Спиннингом невозможно так изящно забросить наживку, как легким нахлыстовым удилищем, утверждают финские эстеты от рыбалки. Финский нахлыстовик как нельзя лучше оправдывал популярное в России прозвище «горячий финский парень». Этот парень казался неторопливым, временами даже неуклюжим и нерасторопным. Но когда дело касалось форели, то тут быстроте его реакции позавидовал бы самый скоростной финн в мире Мика Хаккинен. Серьезное отношение именно к рыбалке вообще свойственно жителям Финляндии. Прежде чем в очередной раз закинуть приманку, финн каждый раз беззвучно шевелил губами, будто произносил какое-то заклинание в усы. Раскрывать содержание фразы он отказался категорически, поскольку это может лишить его рыболовной удачи. Зато с охотой включился в исторический спор о том, кто и когда изобрел нахлыст. В позиции финна патриотизм явно взял верх над историей. Нахлыст, как он считает, изобрели его прапрапрапрадеды. Про римских рыбаков, которые что-то похожее на современный нахлыст использовали еще в 3 веке нашей эры, он ничего не знает и считает это подтасовкой итальянских коллег. Действия финна во время рыбалки можно было бы занести в учебник по нахлыстовой ловле. Он закидывал мушку и рядом с собой, и к противоположному берегу, оправлял приманку камням и корягам, местам, где вероятнее всего могла притаиться рыба. Но местная форель каноническими действиями нахлыстовика особенно не восхищалась, клёва не было. Пришло время поменять приманку. Рыболов выбрал мушку другого размера и цвета, и результат не заставил себя долго ждать. В считанные минуты на крючок попалось несколько рыб. Все они, конечно, были отпущены обратно, во-первых, оказались не слишком велики, а во-вторых, финский нахлыстовик считает себя профессионалом и джентльменом. Ему важен процесс, а не добыча. Наш соотечественник, к которому мы отправились, оставив финна в одиночестве праздновать успех, тоже искал форель в районе порогов.
Если он волновался первый раз, забрасывая наживку в незнакомом месте, то волнение этого не было заметно. Ловил он старым добрым спиннингом, куда более знакомым нашим рыболовам. Не секрет, что к спиннингу у нас относятся с гораздо большей теплотой и любовью, чем к нахлосту, считая последний слишком сложным, малопонятным методом. Наш спиннингист выбрал в качестве приманки мелкую вращающуюся блесну. У него, как и у финского коллеги, всегда при себе волшебная коробочка, из которого рыболов, подобно фокуснику, достает ту или иную наживку, подходящую именно в данной ситуации. Начало оказалось многообещающим, однако каким-то нерыбным. Из воды торжественно была извлечена ветка. Но рыболова это не смутило, и он вполне здраво рассудил, что за веткой обязательно последует та, кто под этой самой веткой прячется, то есть форель. А то, что она тут есть, сомнений не вызывало. Эта рыба любит каменистые реки и горные ручьи. Форелевая река почти всегда с быстрым течением, чистой, насыщенной кислородом водой. Некоторое время водоем не подавал признаков жизни. Но наш коллега, в отличие от своего финского товарища, место решил не менять. И оказался прав. Сменив несколько приманок, спиннингист нашел оптимальный вариант. И форель, какой бы осторожной и изворотливой она ни была, все равно попалась на российский крючок. С пойманной форелью рыболовы стараются обращаться как можно бережней. Рыба должна остаться в живых и отправиться обратно в реку. Известно, что некоторые профессионалы даже подпиливают бородки у крючков, чтобы как можно меньше травмировать рыбу. Хотя считается, что форель в основном питается насекомыми, зачастую спиннинг оказывается более эффективным. На него ловится больше рыбы и за меньшее время. Как утверждают противники шнура и мушки, нахлост — это скорее красивые визуальные эффекты, вроде танца шнура над водой, нежели богатый улов. Российскому спиннингисту на улов грех жаловаться. К слову, в Финляндии с форелью связаны несколько поверий. Если человек в первый раз отправляется на рыбалку и там ему попадется не молоть форели, а по-настоящему большая рыба, то впереди его должны ждать богатство и достаток. Помня об этом, еще пару веков назад молодые люди старались начинать свой путь рыболова с попыток поймать именно форель, а не какого-нибудь другого представителя ихтиофауны. Как и финский коллега, наш спиннингист, несмотря на неплохие размеры рыбы, все равно отпускает ее. Профессионализм в данном случае выше чувства голода или желания похвастаться перед товарищами на базе. В финском небе начали сгущаться сумерки. На водоеме появился еще один персонаж. Выглядит он, конечно, не так импозантно, как предыдущие два героя, однако внешний вид не должен вводить в заблуждение. Пусть у него нет защитного комбинезона, чтобы войти в воду, пусть нет жилета с многочисленными карманами, куда можно было бы складывать столько всего нужного и полезного. Отсутствие экипировки не мешает ему в душе быть настоящим, с большой буквы, рыболовом. Место он выбрал, на первый взгляд, не столь хорошее, как его товарищи. Ниже по течению река спокойнее, форель не так часто поднимается к поверхности воды. Но ни это, ни обилие кишащей вокруг мошкары не пугает рыболова. Он готов к встрече с рыбой. Самое удивительное в этой ситуации то, что и форель не против такого свидания. Она легко, практически сразу среагировала на его блесну. Ну а раз рыба сама идет в руки, то правила приличия профессионалов можно забыть. Улов обязательно должен отправиться на стол. Да и о какой элегантности может идти речь, когда скоро ужин, а сердобольные коллеги повыпускали обратно всю добычу. Судя по всему, наш коллега не особо рассчитывал на успех этого безнадежного мероприятия, поскольку даже не взял с собой сачок для предполагаемой добычи. Однако, если рыболову сопутствует удача, он не уйдет с рыбалки без добычи. Остается только позавидовать такому везению. Фортуна сегодня явно нашла своего счастливчика. Вечер – время подвести итоги и похвастаться уловом перед товарищами. Принесенная домой рыба отправляется на кухню. Однако перед этим добытчик должен взвесить свой трофей. Весы показывают чуть больше 2 килограммов. Более чем достойный результат. Ритуал исполнен, и теперь улов передается тому, кто сегодня исполняет обязанности повара. К появлению форели все уже готово. Репчатый лук, причем и белый, и красный, играет в соме почти такую же важную роль, как и рыба. Финны часто используют в блюдах национальной кухни оба вида лука. Традиция эта, как говорят, пошла еще с языческих времен. Тогда считалось, что белому луку покровительствует бог дня.
а красному – божество, властвующее ночью. Чтобы не приходилось выбирать между тем, кого из высших сил задобрить, в еду стали разом добавлять и тот, и другой. Если говорить о роли рыбы в финской кухне, то не хватит и 10 программ. Проще, наверное, назвать блюда, в которых рыбы нет. Всевозможные кушания из форели выделены у местных поваров в отдельную книгу. Она называется «Красный» по цвету мяса рыбы. По рецепту из этой книги, где кулинарные инструкции перемешаны с преданиями местного фольклора, и готовится блюдо, которое окажется на столе рыболовов. Это знаменитая форель по-разбойничьи. По легенде, одному разбойнику в лесу было совсем голодно, и он ограбил проходившую мимо бедную крестьянку. У той была с собой только форель да девичья честь, да пара луковиц, все ее нехитрые запасы. Разбойник приготовил кушанье, однако не смог его съесть. Покой ему не давали мысли о девушке, которую он ограбил и оставил, к тому же, без ужина. Тогда он взял еду с собой, нашел ее дом и предложил разделить с ним трапезу. Девушка и разбойник, конечно, поженились, поскольку в душе он был честным человеком, и, как водится, умерли в один день, а рецепт приготовленного лесным кулинаром блюда дожил до наших дней. Приготовить форель разбойничьим способом совсем не сложно. Понадобится, как уже отмечалось, пара луковиц и форель, обязательно свежепойманная. Луковицы нарезаются маленькими кусочками, чем меньше кусочки, тем лучше. Потом приходит черед рыбы. Форели отрезают хвост и голову, снимают чешую. Красное сочное мясо отделяют от белых твердых костей и режут на достаточно мелкие кусочки. Главное – удержаться и не начать есть рыбу еще сырой, ведь она необычайно вкусна даже в таком виде. Затем на дно кастрюли кладется немного лука, сверху кусочки рыбы, потом еще раз лук и снова рыба, несколько этажей. Можно посыпать будущее блюдо всевозможными специями. Они не должны перебивать неповторимый форелевый аромат, а только добавлять ему пикантности. Этой же цели служит веточка зелени. После этого кастрюля плотно накрывается крышкой и производится главное действие – энергичное встряхивание, при котором рыба, лук и специи перемешиваются ровно так, как задумано. После этого форель тушится 10-20 минут до готовности. Именно так ее готовили разбойники. И еще не раз приготовят рыболовы.